черпает ковшом каски и сбрасывает в бочку. На все про все 5 минут. За баранкой экскаватора машинист Александр Козликин. Мужчина уже 4 года строит дороги в Алтайском крае. Сегодня выходной, чтобы принять участие в конкурсе профмастерства. Экскаваторщик уже участвовал в подобных соревнованиях, но тогда во второй тур не прошел. Сегодня техника покорилась. Все 6 касок вовремя оказались в лунке. Что помогло, как вы думаете? Волнение, наверное. Сейчас ноги трясутся. Я горжусь, что я экскаваторщик. Для себя много нового узнаю. И как вот что-то красиво сделаешь, прям даже самому приятно. Механизаторы, погрузчики, грейдеристы, геодезисты, водители самосвалов. В конкурсе принимают участие работники разных профессий, но одной дорожно-строительной сферы. География обширна. Помимо Алтайского края соревнуются специалисты из Новосибирска, Омска и Томска. Конкурс проходит уже в 19-й раз. Его цель – повысить престиж профессии, дабы кадровый дефицит сошел на нет. Все равно коллектив стареет, рано или поздно старшее поколение уходит на пенсию. А молодые должны пополнять. Дефицит есть незначительный, но он имеется. И поэтому, чтобы его не допустить, потому что нам нельзя сорвать программы, которые сегодня перед нами задачи, которые ставит правительство края. У нас достойная зарплата, хорошие рабочие места, сегодня комфортная техника. Победители сегодняшних состязаний, помимо признания грамот, получат и денежное вознаграждение. Но это не самое главное, говорят организаторы. Куда важнее общение и обмен опытом между конкурсантами. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.